Всем привет! Сегодня у нас 28 августа, 9 утра, я уже 7 часов в поле. Так, кашу кое-что вон, раскашиваю поле. Вроде чуть-чуть погода есть, вот подвялено сено. Такой вот самый смак для овец. Все подряд, весь бредятник, все. Опять рассказываю про косилку КРНовск. Ну, во-первых, ремни я уже позагибал. Дело в том, что защиты нет. Бывает, взад сдаю, и об кусты она, ремни улетают. Уже переворачиваться не буду, да бью эти ремни и все. Не буду их поправлять. Так, еще какой прикол. Какие проблемы еще вылезли у этой косилки? Значит, ну мы уже показывали на видео, что это вот такой вот люфт. Понятно, да? На тарелках. Где-то чуть больше, но это меньше. Потому что она меньше бывает задевает. Потом длинные ножи бьют об косилку и набивают вот так вот. Мы поставили, ну сейчас ножи обрезали. И вроде бы перестало, но вон, смотрю, кое-что есть. Очень много кочек, то есть косилка в жестком режиме. И последние. Последние тоже короткие ножи, потому что здесь стоял гусак, петух этот, отбойник. Мы его сняли, поставили большие. Но идут сюда, здесь короткие, там короткие, здесь длинные. Прикол в чем? Так как я думаю, что сырая данная косилка, появился вот такой люфт. То есть вот такой свободный ход тарелочки. И вторая. Получается так, что эти две тарелочки у нас бывает встречаются ножами. Сейчас добью уже сезон и буду разбирать, буду смотреть. Восстановлю все-таки ее, но большая доля вероятность то, что нет, это не косилка, это мучение. Буду, наверное, искать старого образца КРН, потому что у нас одна есть, косит она без проблем, а это все-таки мучение. Ну, не мучение в плане запчастей, сырье, фигня все, мягко сказано. Ладно, скосил я здесь около, наверное, 20 гектар, вон Иван-чай, как раз его кашу для овец, в себе пойдет такое сено, ну, весь бредятник, вон и трубка, и губка, не особо, кому-то нравится такое сено, кому-то не нравится, но не столь важно. Видео не об этом. Ну ладно.